А вот это? О. Правильно, молодец. А вот это? Ша. Молодец. А вот это? Ла. Молодец, умничка. Это юной девочке 8 лет. Она так же, как и ее сверстники, ходит в школу, заводит друзей, приносит домой хорошие оценки и практически всегда, как и сейчас, улыбается. Простые, на первый взгляд, вещи для Асланы, как новое достижение. Сразу и не скажешь, что у этой веселой, жизнерадостной малышки тяжелое заболевание, которое не лечится. Несовершенный остеогенез. Проще говоря, кости Асланы, как хрусталь. Один неверный шаг или даже сильное объятие может лишить ее возможности двигаться. Она игралась дома. Занималась уроком, и она попросила у меня что-то, ей захотелось, и я отошла. Буквально на 2 секунды, наверное, я отсутствовала. Пока я отсутствовала, она успела. Вот она сидела за столом, за своим маленьким столиком. Видимо, после того, как я отошла, она встала. У нее стульчик упал. И она, пока я не пришла, она хотела его поставить и не рассчитала. И она со всей силы, когда ставила свой стульчик, она ударилась об угол. Казалось бы, незначительный удар. Однако для Асланы он имел самые серьезные последствия. Неутешительный диагноз врачей – перелом правой голени. Требовалась дорогостоящая операция, и провести ее необходимо было в срочном порядке. Что она все это пережила вместе с ней. Я, конечно же, когда она держится, старается, и я тоже стараюсь вместе с ней держаться и перенести это все. Смелой Аслане успешно провели операцию, однако теперь семье Джинджоли необходимо ее оплатить. Сумма составила 1 400 000 рублей. Таких денег у родителей нет. Большую часть от этой суммы, а именно 70%, уже погасили. Такую помощь оказал партнер благотворительного фонда Ашана Русфонд. Остается 420 000 рублей. Для девочки эта операция уже третья. Она, как и предыдущие, благодаря неравнодушным соотечественникам, оказалась осуществимой. Всю жизнь буду им благодарна. Они сделали все возможное и невозможное с Ланой. После этого она была, себя чувствовала прекрасно. Она чувствовала себя хорошо, даже слишком хорошо. Я иногда смотрела на нее, радовалась. Но иногда я еще воздерживалась, чтобы лишний раз не радоваться, потому что я знала, что мы перенесли, что мы пережили. У Асланы прооперированы обе ноги, в каждой установлены металлические штифты, которые будут расти вместе с девочкой. Такая конструкция пожизненно зафиксировала кости конечностей, что существенно предотвращает возможность переломов. Однако застраховать себя от этого на 100% просто невозможно. Остается только проявлять большую осторожность и внимательность при каждом движении. Несмотря на то, что дети маленькие, им по 7, по 8 лет, но они знают, какая Аслана, и что лишний раз ей нельзя бегать, прыгать. Все собираются вокруг нее и играются. Она со всеми подружилась. Как всегда, Аслана вся любимая по всей школе. Она ее... Невозможно ее... Не знаю, как-то она это делает, притягивает всех к себе. Эта милая девочка с большим сердцем и огромной любовью к жизни не смогла оставить окружающих равнодушными. На сбор средств откликнулась и краснодарская благотворительная организация «Дари добро», которая совместно с фондом Ашана организовала праздничное детское мероприятие. Совместными силами мы решили вот создать данный проект, данное мероприятие для наших деток. Я думаю, что всем понравится, все будут счастливы, и в скорейшем будущем мы еще раз к этому вернемся и будем продолжать. Все собранные средства на данном мероприятии будут переданы в фонд Ашана подопечной, их подопечной Аслане Джинджоли. За возможность ходить и жить полноценной жизнью Аслане приходится платить. Цена этой возможности крайне высока, и без помощи нас с вами она может так и остаться неосуществленной. Уже думаешь о том, когда вырастешь, кем ты будешь? Да. Кем будешь? Врачом. Юла Барганджа, Торни Камичва, Абаза ТВ.